Сочлененный тракторный лесовозный тягач А-25Е с прицепом-роспуском предназначен для перевозки древесины в хлыстах с верхнего склада на нижний. Объем перевозки составляет до 55 кубометров при длине хлыста до 25 метров. Данный тягач создан на базе сочлененного самосвала А-25Е. Компания Volvo – признанный мировой лидер по производству внедорожных сочлененных самосвалов. Каждый второй сочлененный самосвал в мире произведен компанией Volvo. В 60-е годы прошлого века Volvo первой предложила концепцию самосвала с шарнирно-сочлененной рамой и сегодня является признанным лидером в этой сфере. Эти машины обладают уникальными ходовыми качествами для движения в тяжелых дорожных условиях. Такие свойства машины обеспечиваются мощным двигателем объемом 9,4 литра, мощностью 303 лошадиные силы и великолепным крутящим моментом 1700 ньютонов на метр, который достигается уже при 1200 оборотах в минуту. Достоинства данной машины ярче всего проявляются при работе в наиболее суровых и тяжелых условиях эксплуатации. Эти машины созданы для эффективной транспортировки различных типов грузов по кратчайшему пути, независимо от сложности дорожных условий. Их надежность и производительность повышены благодаря оптимальному сочетанию узлов силовой передачи, каждая часть которой сконструирована таким образом, чтобы гарантировать максимальную колесную тягу, эксплуатационную надежность, топливную экономичность и долговечность машины. Использование автоматической коробки передач Volvo Powertronic значительно повышает производительность машины. Плавное переключение передач строго в нужный момент гарантирует высокий уровень комфорта и отличную колесную тягу на любой скорости. Минимальные потери мощности по сравнению с традиционными раздаточными коробками. Рядная раздаточная коробка Volvo содержит меньше движущихся деталей, поэтому потери мощности сведены к минимуму. Высокое расположение заднего выходного вала позволило увеличить дорожный просвет, поднять шарнир рамы и повысить устойчивость машины. Машина имеет 6 передач для движения вперед и 2 передачи для движения назад. Максимальная скорость движения – 53 км в час. Трансмиссия оборудована 100% блокировками всех дифференциалов и позволяет использовать их в различных комбинациях для увеличения эффективности использования машины и улучшения ее проходимости. Там, где шоссейные грузовики вынуждены искать объездные пути, чтобы не завязнуть в грязи, сочлененники Volvo работают легко и с высоким уровнем безопасности, перемещаясь между местами погрузки и разгрузки по кратчайшему маршруту. Исключительная маневренность машин достигается благодаря поворотному шарниру и рулевому управлению за счет поворота рамы в шарнире, обеспечивающему независимое перемещение передней и задней частей рамы. Это уменьшает нагрузки на раму при работе на бездорожье и облегчает управление машиной даже под полной нагрузкой за счет надежного сцепления всех колес с грунтом. И даже когда не хватает сцепления колес с грунтом и кажется, что машина вот-вот остановится, данное шарнирно-поворотное устройство позволяет двигаться машине так называемым «duck-walk» или «утиным шагом», используя в дополнение к трансмиссии гидравлическую систему рулевого управления машины. Гидравлическая система рулевого управления Volvo с самокомпенсацией бесспорно лучшая из рулевых систем, представленных на рынке. Она позволяет водителю чувствовать дорогу так же хорошо, как при езде на легковом автомобиле. Каждому углу поворота руля соответствует строго определенное положение рамы, что обеспечивает отличную курсовую устойчивость. Благодаря этому система заметно превосходит аналогичные системы других производителей и обеспечивает оператору исключительный контроль над машиной. Рулевое управление отличается устойчивостью на высоких скоростях и при движении по бездорожью. Результат – высокий уровень безопасности и легкость управления машиной.